Появился в нашем доме волшебный горшочек. И только стоит ему сказать: раз, два, три, горшочек варит. И появляются всякие вкусняшки в нем. И сейчас он испек нам запеканку, в которую входит 3 картошки, 1 кабачок, фарш, ну сколько есть, лук, морковка, яйцо, манка и вот все, что у нас получилось. А как готовить, сейчас расскажу. Взяли картошку, порезали, лучок порезали, морковка оказалась замороженная тоже, ничего, кабачок потерли, добавили в кабачок мясо, сколько есть, манку, 1 столовую ложечку, и добавили 1 яйцо. Все быстренько перемешали. Быстренько-быстренько перемешиваем. Чем быстрее, тем лучше. И сыра нашли кусочек. Чем больше, тем вкуснее будет. И все поставили в духовочку. И вот что у нас получилось. Волшебная запеканка. И, конечно, ну как же без нашего Кузьмы? Вы скажете, попробовал он? Попробовал, попробовал, не переживайте. И теперь он его охраняет. Кстати, хороший подарок на любой праздник. И хозяину, и хозяйке. Ну что, всем пока!